Сбербанк в этом году откроет офисы в Севастополе и Крыму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Далее цитата. «Переговорил с руководством Сбербанка. Мы рассчитываем, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии. Сейчас идет подбор места, где офис разместится. В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове. Будут развертываться все необходимые услуги и сервисы», написал Михаил Развожаев. Губернатор добавил, что севастопольцы давно ждали прихода ведущего российского банка на полуостров, поскольку ранее, чтобы воспользоваться его услугами, жителям нашего города приходилось ездить на материк.